Привет, я Михаил Анисин. Приступил к тренировкам хоккейного клуба «Донбасс». Надеюсь, завтра сыграю первый матч. Болейте за «Донбасс», а мы будем стараться сделать все, чтобы радовать вас своими победами. Спасибо. Миш, немножко коротенько расскажи, пожалуйста, о процессе перехода. Вчера ты был еще в «Нефтехимике», а сегодня уже в «Донбассе». Ну, получилось, что по обоюдному согласию договорились с клубом. Поступило предложение Андрея Назарова. Договорились с клубом, что мне будет лучше продолжить карьеру в хоккейном клубе «Донбасс» Андрея Назарова. То есть присутствие Андрея Назарова в Донецке – это решающий фактор твоего решения перехода? С кем-то знаком из ребят? Да, со многими сейчас. Вы же видите, игроки приезжают из команды в команду. Это вполне стало нормально, поэтому со многими. Все друг друга в лиге знают, поэтому… Как первая тренировка для тебя прошла? Хорошо, я уже повторю, я еще раз повторюсь, я работал с Андреем Викторовичем уже не первый год, можно так сказать, поэтому для меня тут нового ничего нет, все привычно,